Всем привет, друзья! С вами Кекс Друбз, и добро пожаловать на новую серию «Даша и животные». И у нас с вами сегодня целых три новые серии: TikTok House, Тюрьма и Тюрьма 2. Да, ребята, это Даша и животные с канала Easy Animation. Ссылочка на оригинал будет в описании. Поэтому, ребят, если вы ждали, если вы хотите продолжение, срочно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра! Итак, ребят, напомню вкратце, Даша и животное прямо сейчас находятся в аду. Они собирают камни для портала, чтобы выбраться отсюда. В аду выпал снег и наступила зима. Хотя это звучит очень странно, но так это и есть, ребята. В общем, они сейчас находятся в доме у жулика, которого забрал осьминог. И будут, я так понимаю, заниматься TikTok-хаусом. Да, у них есть свой дом, у них есть огонь. Животное занимается рубкой дров, а Даша читает газетку. Откуда газета в аду, мне непонятно. Возможно, для разведения костра. Что-то животное замыслило. Есть топор. Руби. Вот, сильно... Да неправильно ты рубишь. Вот так. Да ты сейчас голова... А головой можешь просто бревно дать? Головой рубани разочек. Смотри, что делает. Ты дур... Животное! Боже мой, чуть Дашу не прибил. Чуть Дашу не прибил. Животное. Реклама, объявление, скидка на окна. А ты знал, что в аду кучка тиктокеров построили себе дом и назвали его TikTok House? TikTok House в аду? Смотри, тут сказано, если их прогнать, то за это неплохо так бабла накинут. Нифига себе, квест. Ты с ними раньше тусил. Как думаешь, справимся? Животное, раньше ты тусил с TikTok House? Ребята. Да, дело не из простых. Ага. Ну. Ладно, давай попробуем. Звоните 895-35-08. А, это ролеты. Так, и что такое? Два золотых петуха. Тиктокеры. Опа, пошел, ребята, пошел. Пошел бас-разбомбас. Интересно, как они будут прогонять их? Смотри, 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 смотри. Пошли, 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 пошли. Капец, там музон наваливает. Вот и пришли. Они там тиктоки, ребята, записывают. Животное, зайди просто там на... Просто веди себя естественно и не спалят. А, и веди себя естественно, и они не спалят. В смысле, естественно. Смотри, пошел, пошел, смотри. Пошел расколбас. На нафиг, просто ворвался с головы. 40 минут спустя. Ага. Животное там уже, походу, поселилось, ребята. Что происходит? Смотри. Что происходит с животным? Боже, вот а что? Черти, нашли слабое место макаки. Напоили, что ли? Они напоили макаку, ребят. Хватай макак. Все, минус. Мы потеряли животное. Мы потеряли самой животное. Все разруливать. Сейчас Даша пойдет. Опа! Пошла решать вопросики. Сейчас будет... Так, собрали манатки и дуйте отсюда. Так просто? На нафиг, минус Даша. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что Ребята, поможет давайте нам? Поможем Даше выгнать тиктокеров из ада. Они даже туда добрались, ребят. Даша и животное попали в сложную ситуацию. Ага. Как думаете, что им поможет? Ребята, как думаете, что поможет выгнать тиктокеров? Туалетная бумага, рогатка, кастет, пила. Я думаю, ну, легче всего, наверное, кастет или, может быть, факел. Ребят, что бы вы выбрали? Что выбрали вы, чтобы выгнать тиктокеров? Факел? Поджечь дом? Как жулик поступил? Ну, в принципе, ну, дом деревянный. Ну, я хотела по-хорошему. Видимо, придется как всегда. Ага, как всегда, то есть... Опа, это что такое? Это что за фигня? Шериф? А что вы тут делаете? Тиктокера выгоняет. Да так, животное выгуливаю. Ага. Это что за робот такой? Мне кажется, он не дышит. Не, нормально. Все в порядке, просто прилег отдохнуть. На вас поступила жалоба от жителей этого дома. Да за... Это шериф, что ли? Что-то напутали, мы уже уходим. Животное, вставай. Животное просто минус. Все, нормально, проснулся. Странное у вас животное. Вы ага. Что, не видели никогда синюю обезьяну? Ребята, вы видели хоть раз синюю обезьяну? Это... Поставьте лайк или напишите в комментариях, кто видел хоть раз синюю обезьяну. Обычное состояние. Я, по крайней мере, прямо сейчас вижу, поэтому лайков должно быть очень много. Состояние. Опа, смотри. Смотри, какой животное взбесилось. Обойный. Да все нормально, он вам пожелал хорошего дня. Ага. Смотри, за хвост нафиг. Все, минус животное. Робота сейчас размотает. А, подожди. Что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На нафиг током. А Даша-то за что? Просто шокером два раза вырубил нафиг.
тюрьму? Их посадили. Так, мы теперь знаем, что животное ростом 1.15 м примерно. Полисдепартамент. Животное. Так, а сколько? Какой рост у Даши? Я думаю, что примерно 1.45 м. Ну, 1.50 м. Полторашка, ребята. Даша чисто полторашка. У нас была сегодня интересная прогулка. Кстати, какой рост у вас? В комментарии пишите. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего. Твоя лысина. Ребята, очень крутая прогулка прямо в тюряшку. Ребят, срочно новая серия. Как я и подозревал, серия называется «Тюрьма». У нас животное с подбитым глазом и держит факел Columbia Pictures, не представляет. Так, поехали, смотрим. Что же будет их ждать в тюрьме? Холодной, зимней тюрьме. У них, по крайней мере, должно быть здесь тепло. Батарея есть и кровати. Мобилка? Откуда Чайчик, мобилка? Чайчик, в радость, чефир в сладость. Что сказала? Часик в радость, чефир в сладость. Часик радость, чефир в сладость. У нее чефир, мобилка, кровать, батарея. Я Даша. Ага, а я Робзи. А это мои подписчики, они ставят лайки и любят смотреть мои видосики. А это животное. Это животное. О боже, что с ним? На толчке? Как видите, у нас теперь новый дом. Ага. И здесь не так уж и плохо. Отлично, ковер, кровати. Мягкие кровати. Ага. Бесплатный чефир. Ага. Уютная уборная. Туалет есть, нормально. Водичка. Батарею я видел. Сейчас. Ой-о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 й. Тут даже можно подзаработать. Ага. Ща покажу. И что делает? Как подзаработать? Алло, я сотрудник безопасности вашего банка. Назовите три последние цифры с обратной стороны. Вас грабят. Мне нужны три цифры с обратной стороны вашей карточки. Да все на мази, не кипишуйте. Ага. Переключаю вас на старшего специалиста. Он объяснит, что делать. Ага. Все. Короче, расклад такой. Они... О, это Даша занимается вот этим? Легавые за беспредел животного впаяли нам 47 лет заключения. 47 лет? Заключения. Офигеть. И это еще хорошо, что барыга впрягся за нас. Ага. Так было бы гораздо больше. Ну, полтос сидеть мы тут точно не будем. Единственный вариант – текать отсюда. Текать отсюда? Да. Интересно, как? Эта решетка выглядит хлипкой. Ага. Рюкзак у меня отобрали, но зато у нас есть потайной карман животного. Потайной карман животного? Мне страшно представить, где находится потайной карман животного. Ребята, просто давайте представим, где он может находиться. Там много чего можно найти. Где? Давайте вместе скажем. Тюремный карман животного. Тюремный карман животного? Тюремный карман животного? Я два раза повторять не буду. Тюремный карман животного! Опа. О. Это то, что я думаю. И что здесь находится? Звезда? Как думаете, что поможет Даше и животному сломать решетку? Ребята, что может сломать решетку? Отвертка, пила, кисточка, плоскогубцы, молоток и разводной ключ. Я думаю, что пила, наверное. А вы бы что выбрали, ребят? Что бы вы выбрали, чтобы сломать решетку? Срочно пишите! Ну, естественно, пилу. Я знаю, что вы у меня умнички. Так. И он пилу достанет из тюремного кармана. Достал пилу. О, боже мой. Давай, животное, начинай пилить. Ему сложно идти. Куда пилить? Так, пошел, смотри. Давай. Интересно, пила нормальная? Оп, 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 пилочка, работаем. Пошел. Она не пилит. Подожди, это адские прутья. Сломал полотно? Какой же ты дурень! Нужно было аккуратнее. Что он думает? Подожди, он что-то придумал. А, новую пилу? А где он новую пилу взял? Мне кажется, это пила... Это получше, ребята, это новое полотно. Да не так пилить, нужно ровнее. Это на стрёме стоит. Отпилил? Минус один прутик, отпилил? Сейчас кто-то идет. Опа, еду разносит. О, плюс еда, нормально. А, это тот шериф, который их пос... А, нет, это робот-повар. Почему в аду работают роботы? Животное, стопэ. Ага. И что ты хочешь? Здорово, повар. Супчик. Рановато сегодня кормежка. Смотри. Опа, рукой засосал.
Фу, какая... какая гадость. Ладно. Это она будет есть? Смотри, скривилась. Смотри на ее рот. Животное сейчас что-нибудь съест. Другое? Нет. Я повар. Животное это тоже съест. Смотри, просто. Смотри, просто одним за... Просто это бурмальтьют эту взяла и съела. Нормально. Вроде ушел. Ага, иди пили дальше. Животное, иди пили дальше. Я прям читаю мысли Даши. А все? Уже нету прутьев? Нифига себе. Пошла. Пошел. Я думал, сначала это шарфик, а это, короче, связанные эти. Скажите, я скажу. Постельное белье. Это идеальный побег. Побег из Шоушенка. Опа, камера. Камера заметила. Смотри, просто... Опа. Ребятушки, вас уже ждут. На нафиг. На нафиг. Второй током. На животное. Ха-ха-ха, вырубили. Вернули их обратно. А интересно, а чем они решетку закроют? Это та же самая камера? А решетку не кто будет? Не фартануло. Не фартануло. Может, в другой раз повезет. Ага. Это вы узнаете в следующей серии. Ребята, новая серия, срочно, срочно новая серия. Быстро узнаем. Новая заставочка? Красиво. Изи Анимейшн развивается. Напомню, что ссылочка на оригинал есть в описании. Лайкайте, подписывайтесь, колокольчики прожимайте. И комментарии обязательно пишите. Изи Анимейшн. Мне... Она должна прыгнуть на букву И, но прыгнет на животное. Пожалуйста, прыгни на животное. Говорит, не сюда, не сюда, на букву И. Минус животное. А куда прыгает? Животное украло лампочку, ребята. Животное просто сперло лампу. Часик в радость, чефир в сладость. Ага, я привет. Даша. А я Робзи. А это мои подписчики. А это животное. Привет. И мы все еще в тюрьме. Слушайте, животные, мне кажется, лучше стали анимировать. У нас все хорошо. Вот недавно вышли из карцера. Их в карцер посадили за попытку побега. Спросите, почему мы там сидели? Просто это чучело блохастое. Да-да, я про тебя говорю. Ага. Ради прикола устроил пожар. Не за побег, а из-за пожара. Теперь за нами пристально следит охрана. Так вот что так в ближайшее вот время сидим ровно и не отсвечиваем. Понятно. Ну, раз все мы тут собрались, давайте я вам расскажу, как выжить в тюрьме. Давай, ребята, лайфхак. 5 советов, как выжить в тюрьме. Надеюсь, никому из вас никогда не понадобится. Слушайте внимательно. Давай. И запоминайте. Запоминаем. Но если ты что-то забудешь, животное придет к тебе. Ребята, если вы лайк не поставите, животное придет к вам ночью. Поэтому лайк срочно ставьте и подписывайтесь. Животное шутки не... Смотри. Вы... Животное вам не шутки... Ну вы поняли, что будет. Да. Ладно, все. Давайте... Все, я все запомню. Начнем. Обещаю. Так. И что делаем? Что это за черная жижа на столе? Магнит какой-то? Что не это? Добавляй черную плесень в чефир. Ага, почему? А что будет, если добавить? Минус животное. Ух ты! Вот так? А ну еще совет какой? Что? Что делать? На нафиг! Током! Не плюй в охранника! Не зли охрану! Не зли охрану. Хорошо, я понял. Ребята, лайфхак. Третий совет. Не храпи. Сейчас минус животное. Смотри. Не храпи. Минус животное. Я думал, в туалет сейчас опустит его. Не плямкай. Или как это? Плямкать вообще не люблю, когда плямкают. Хотя сам плямкаю, наверное. Опа. Не спи, когда ешь. Не спи. Сейчас плюс таракан. Супчик с мясом, ребята. В принципе, нормально. Нормально. Ага. Не роняй мыло. Да? Или нет? Угадал? Ребят, как думаете, угадал или нет? Животное пошло купаться. Не нагибайся за мылом. Никого нету. Ага. Нет, не делай этого. Не поднимай мыло в душе. Да. Это какой был совет уже? Поддерживай хорошую физическую форму. Тренируй пресс, занимайся, чтобы быть сильным. Животное, и... давай, поднажми. Поднажми, давай, еще. Резче, быстрее, мощнее. А Даша будет заниматься или нет? Нифига, сейчас пресс там 12 кубиков будет. Так. Это, ребята, решетка под напряжением, если что. Здесь значок даже есть. Не трогать. Не трогай.
Да ладно, она пописит. Сейчас током как долбанет. Не играйся с электричеством. Сейчас как долб... Все, минус животное, ребят. Опять минус животное. Так, на унитазе. Уснет? Что сделает? Не играйся на унитазе. Оп. Все. Все, минус животное. Всегда засосал. Будь на чеку. Ребята, смотрите, это знаете что? Это скибиди туалет. Это скибиди туалет животное, ребята. Вот это да. Реально. Всегда будь на чеку. Это на превьюшке пойдет. Ага. Что? А почему фиолетовый? Что случилось? Не забывай дышать. А, ну это в принципе всегда нужно не забывать дышать. Ребят, вы хоть раз забывали дышать? Мне интересно. Не забывай, дыши. Не забывай кушать. Подружись с поваром, он всегда подкормит в трудную минуту. На нафиг, смотри. Смотри, что делает. Смотри, смотри, животное сейчас разорвет. Просто минус живот. На нафиг накормил просто. Шашлычки! Не будь крысой. Да, наверное. Уголек упал. Все, все, пожар. А, вот так устроило животное пожар. Жарил шашлыки не на кровати. Жарь шашлыки на кровати. Ребята, на кровати не надо жарить шашлыки. Все, пожарная тревога. Пожарная тревога, говорит. Нормально. На велосипеде, в камере? Нифига себе фристайл. Ну, ну, и куда? На стол? Сейчас не допрыгнет. На, все, минус. Не делай гэп на велосипеде. Не делай гэп на велосипеде. Боже, что это за правила вообще такие? И что будет сейчас? Мне просто интересно, что еще можно придумать? Ага. Не танцуй чечетку на столе. Потому что тебе сломают что-то. Ну что, касатики, на сегодня это... Ребята, вы запомнили все так правила? Все. Увидимся в следующей серии. Нас будут спрашивать. И ты там это, черкани что-нибудь в комменты. Я их все читаю. Ребят, я тоже читаю комментарии. Лайк ставьте, подписывайтесь на колокольчик, жмите, все. Мы ждем новую серию, вы ставите лайки. До встречи, всех люблю, всем покедова.